нержавеющая сталь с трудом поддается волочению или прокатке. Снова враг. Чтобы предупредить такие разрывы, требуется уменьшить трение металла о стенки и фильеры. Но прежде чем нанести на заготовки труб смазку, их нужно покрыть слоем меди и затем слоем фосфатов. Трудоемкая и не в копеечку обходящаяся подготовка, но без нее смазка не удержится на нержавеющей стали. Уральские ученые, Ирина Николаевна Озерянная и ее коллеги, нашли другое решение проблемы. Готовится ванна из расплавленной поваренной соли. Эксперименты показали, что в такой соляной купели даже нержавеющая сталь ржавеет. Казалось бы, беда, оказывается, нет. Коррозия превращает поверхностный слой трубы в микроскопическую щеточку, которая хорошо удерживает и фосфаты, и смазку. Новая технология, созданная в Уральском научном центре, позволяет ускорить прокатку труб из нержавеющей стали, сберечь значительные материальные ценности.